В предстоящем учебном году в республиканских вузах и учреждениях среднего профессионального образования будет увеличено количество бюджетных мест. Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам формирования контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных средств на 2021-2022 учебный год, которое провел заместитель председателя правительства Владимир Антонов. В этом году особый акцент сделан на медицинском, педагогическом и строительном направлениях. Именно эти сферы испытывают наиболее острый дефицит в кадрах. Отдельное внимание уделили и рабочим специальностям, для которых количество бюджетных мест ежегодно увеличивается. По результатам проведенной совместной работы было принято решение увеличить количество бюджетных мест для среднего профессионального образования и высшего профессионального образования.